Сегодня встретил своего знакомого, познакомился я с ним, играя в теннис. И мы с ним разговорились. Вышло так, что мы оба с ним играли. Ходили, значит, в теннис играли. Потом что-то такое у него, то ли в семье произошло, то ли еще что-то такое. Я в теннис перестал играть из-за того, что у меня там спина стала потихонечку побаливать, и я это дело отложил. И вот, спустя несколько лет, встречаемся вновь, и вот он рассказывает, послушайте, что он рассказывает, и что я, значит, потом комментирую. У меня жена всегда сейчас внутривозное давление. Угу. Подошел к кабинету. Я говорю, вот нет, 12 час. Она говорит, зачем 12 час? Заходи сейчас померили. Угу, померили. Ну, видишь как? Ага. Ну, дальше. А что дальше? А теперь к врачу. Врач, да? К врачу в пятницу. Угу. Без очереди. Без очереди, да? Да. Ну, а врач что будет делать? Ну, уже ж анализы придут. Ага. Будет смотреть. И что он там? Ну, кал сдал. Угу. У меня самое сложное было кал сдать. Оказывается, теперь надо в специальных баночках в аптеке купить. Ух ты! С ложечками. Не просто там. Не так, как раньше. Свечечную коробку. Она закрывается, ага. Все цивильно. Угу. Мне сложно было это. Награда это дело. Угу. У меня проблема. А то же еще натощак кровь сдавать надо. Обычно я после еды хожу, она ж поддавливает. А тут ничего не ел. И это... Ну хорошо, Женя, сдал ты... все. Что врач будет делать? А я ж буду смотреть, что она будет делать. Ну, во-первых. Ну хорошо, анализы. Ну там сахар, это, холестерин. Если, ну ясно, вот они смотрят, сахар, если холестерин. Плохой, она, естественно, будет это или делать какие-то назначения, или будет вкусным специалистом. Ага. Ну, назначение, что это такое? Ну, лекарство. Лекарство, да? Все. А образом жизни там что-то интересоваться будут, как ты мыслишь, ну, как да, ты движешься, ты знаешь, что ты ешь. Ты знаешь, я лучше не знаю, как. Я все болячки, угу. Практически все болячки вылечил сам. Угу. За счет движения. За физкультура. Счет движения. Физкультура. Кисловодск каждые полгода. О, я на где. Ага. И что там в Кисловодске там? Теренкур. Ага, Теренкур. Я отказался от всех их процедур, там ванны, угу. Такое. Во-первых, дешевле. А за каждую процедуру надо еще платить, да? Нет, там просто сама путевка дороже. А я беру путевку без, это, без лечения. Угу. И беру это, что у меня Теренкур, это 1,5 километра вверх, угу. И вниз. 1 час у меня, угу. Уходит на это дело. Каждый раз. Угу. Правда. Сосед недоволен. Я в 3 часа стою. А, ходишь, да? Ага. Они от меня все сбегают. Ясно, понятно. То есть ты там походишь, попитаешься. 10 раз я за это. Я на 10 суток еду. 10 подъемов. И лечебная физкультура еще. О! Женщина, тренер. Движение. Она это все это. Показывают, рассказывают, и это делаешь за ними все. Перед завтраком как раз. Угу. Вот, 8 часов начала, 20 минут 9 заканчивается, 8:30 завтрак. Угу. Прекрасно. И облегчение, да? Я тебе хочу сказать, что я когда, угу. Оттуда приезжаю, у меня ноги
как будто мне скороходы надели, понимаешь, на ноги. Такое впечатление. Они сами идут. У меня такое энергия появляется. Слушай, а тут нельзя ходить вот как там? Да ходи, ради бога, ходи, но да? Эффект не тот, понимаешь, там вся проблема, уровень над, над морем, там же разреженный воздух, понимаешь, вот это в чем смысл заключается, да? Понимаешь, и сам Теренкур, он же, ну ты знаешь, что такое Теренкур? Ну, трасса, трасса, да? Не трасса, по которой ты идешь. Это дорожка, дорожка в горном лесу. Ага. И подъем происходит не вертикально или там как-то прямо вверх, а постепенно, вот так кругами идешь и поднимаешься. Ладно, Женечка, спасибо большое, рад был видеть. Давай, я тут хожу, так что будешь опять побеседовать. Давай. А я в ноябре поеду снова. Ну давай, давай. Я каждый полгода езжу. Сколько же она стоит? Ну, я ж уже езжу постоянно, у меня это скидка 10%. 10%. Вот у меня вышло, вот в марте я ездил, было 17 тысяч. Угу. На 10 дней? На 10 дней. Это с едой? Да, питание, значит, ну, потом минеральная вода, лечебная физкультура, ну, Теренкур, вот и все. Хорошо, рад за тебя. Давай, держись. Так что с теннисом надо осторожнее. Хорошо, спасибо. Потому что это дело, оно это, уже мы все похвалимся, думаем, что мы такие. Где я хожу? Там, значит, мы стали играть настольный теннис. Ну, скинулись, купили стол хороший, установили просто вестибюли и приходим и погнали. То есть вот туда вот приезжали, вон видите, стояночка. Останавливались, играли. Что-то у него там случилось такое. Какое-то то ли потрясение на почве семьи, то ли еще что-то. Ну, это я уже так не помню, но что-то такое было. Ну и вижу, вот видите, вроде вот так вот человек начал заниматься, то есть он где-то раза в два уменьшился в объемах, не знаю, что там, чему там, то ли это болезнь так делает, то ли это действительно он просто все лишнее сбросил, но такой-то результатик есть. Что касается моего настольного тенниса, то я прекратил играть, так как со спиной вот эти проблемы начались. Ну, я рассказываю, что в основном это где-то я сам виноват. То все там гири поднимаю, то штангу, то гравитационную гимнастику, то вместо того, чтобы делать двумя ногами, одной ногой, я там, короче, расплющил в крестце, как раз там такая нагрузка была.
Вот она, видите, на этом снимке явно видно, грыжа вылезла нафиг у меня. Разрушена. Ну и все это мне остановило, вот видите. Восстанавливался. Сделал даже это МРТ, которое так показало такие ужасные разрушения, что непонятно, что и как там лечить. Ну и вот у Жени я все, видите, выспрашивал. Ну, анализы сдал, хорошо, там холестерин, сахар определили. А что дальше? Что дальше? И вот дальше, видите, что ему помогло? Это ходьба. Ну, видите, тренажер, занятия. Пожалуйста, можно, конечно, уезжать там в Среднегорье это, или еще куда-то там. А можно, вот как я, ходить вот на эту горку нафиг. Поднялся, опустился. Вот тебе эти все подъемы у нас с нагрузками. Больше, меньше. То есть, опять-таки, вот в который раз я говорю, все упирается в то, в организацию процесса своего оздоровления. Кому-то надо, вот чтоб инструктор был, и он за ним лапками машет. Чтоб какие-то условия, ага, там, ну, это особенно связано с питанием, допустим, там, в санатории там полегче. Правда, не знаю, насколько питание с точки зрения полезности хорошо. Вкусно и с их точки полезно приготовить, это одно, а на самом деле это совсем другое. Вот. Организовать свое питание, организовать свой распорядок дня, свою физическую нагрузку, успокоиться, знаете, определиться, а почему это произошло. Вот если какое-то в жизни потрясение связано с тем, что, допустим, развод, с этим человеком ты не можешь жить, сложности на работе, там, кто-то там в семье там заболел, там, ну, еще какие-то там проблемы у каждого свои, но в основном они где-то так их можно разбить вот, на группы, касающиеся личной жизни, касающиеся общественной жизни, касающиеся работы, касающиеся самореализации. То есть вот сесть, спокойненько разобраться, как жить дальше, как жить дальше. Все взвесить за и против, свои возможности. И после этого взвешиваем, обдумав, принять решение и действовать. Методично действовать. И дальше наблюдать за результатами, что у вас получается. И потихонечку, потихонечку начинать радоваться. Ну, так вот примерно я лично действовал. И вот, понимаю, другие все действуют. Кто хочет чего-то там такого добиться, переосмысления какого-то, выйти из ситуации. Ну, это хотел свой пример привести. Вот со спиной у меня начались проблемы. Пошел, МРТ сделал. Вот диагностика, так сказать, точнейшая диагностика. Ой-ой-ой-ой. Ага, сделали, как посмотрели, ё-моё. То есть как раз где начинается крестец. Вот она. Офиговенно.
одно слово, не жилец, может пополам переломиться. Ну, это хорошо. А как лечиться будем? Вот диагностику вы выявили вот тут, даже я сам вижу, где там рыжий, куда там что, вылезло. Что будем делать? Что вы предлагаете? Да вот поколем витаминчик там Б, там еще что-то там поделаем. Там. Гимнастичку, мимнастичку. И будем наблюдать. То есть диагностику они могут сделать. МРТ. Красиво вам показать ваши внутренности, где что разрушилось. Ну и красиво можете им сдать свои анализы. Не в спичечные коробочки, а такие специальные, которые надо уже покупать. А лечение? А лечение вот таблеточка, вот это, то-то, то-то. И мы надеемся, что эта таблеточка там вам снизит сахар. Это там, допустим, повысит или понизит давление. Это еще что-то сделает. Ну а если осложнения возникнут с почками после курса лечения, мы назначим другие таблеточки. Ну а после этих еще по таблеточке. Ну а ежели не это не поможет, готовьте денежки, мы вам можем пересадить орган. А когда ты начинаешь этим делом вникать в это дело, подбирать, заниматься, надеяться на себя, а не на деньги. Видите, хожу, живу и прочее, прочее. И с суставами в порядке даже нет.